Оксана Пушкина все делает по правилам, сдает перед началом проверочной работы телефон, чтобы не было соблазна подсмотреть, хотя ей это и не нужно. В школе Оксана Викторовна училась хорошо. История была одним из любимых предметов. Это проверка на нашу эрудицию, это проверка на наше просвещение. И надо понимать, что только образованные люди в современной России будут счастливы. 30 вопросов, максимальный результат 100 баллов. Депутаты окружного совета внимательно читают задание. Каждому хочется показать самый высокий результат. По завершении, так сказать, диктанта вы должны будете сдать организатору только бланки с ответами. Бланк самоконтроля и бланк с заданиями вы забираете себе. Большой этнографический диктант проходит в четвертый раз. За эти годы в нем приняло участие огромное количество людей из разных стран. Сдать тест можно не только очно, но и онлайн. Цель проекта – привлечь внимание россиян к истории, культуре и традициям народов, проживающих на территории большой многонациональной страны. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».